Кстати, матовые калийные более липкие, чем металлические. То есть на них лучше залипает. Обязательно прокладывайте достаточно широко ее. Немножко наслаиваю на бежевую подводку. Начинаю с самого сложного продукта. Это слюда. Для нее требуется максимально липкий слой. Так, смотрите, да? Обратили внимание, что диагональ у меня идет. Я растушевываю к центру в первую очередь. Делаю мягкий переход. Дальше, 126-й кистью Манли. Поднимаю плавно в складку. Начинаем строить форму. Ориентируюсь на подъем брови. Вот кисточку взяла скошенную. Можно обычную взять плоскую маленькую кисть. Я сейчас рисую стрелку. Маленькой круглой кистью начинаем хвостки вниз поднимать штришочки наверх. Взяла чистую кисть, плоскую соболя, оттушевываю ей на висок, создаю более такую растворяющуюся линию. И глазки вниз, оттягиваю продукт также на верхнее веко. Очень удобно доделывать, дотушевывать вот этим бочонком круглым. Равномерно выкладывать цвет, дотушевывать все, немножко поднимать складку, круговые движения, либо диагональные, да, такие. Нет, по-моему, хорошо. Он такой персиково-золотистый. Широко его очень распределяю. На внутренний уголок здесь выкладываю тоже немножко. И очень широко выглаживаю вот здесь вот, да, все. Шлифую зону виска. Могу немножко вот здесь под стрелкой тоже зашлифовать. Это такой первый базовый цвет, который нам обеспечивает плавную мягкую тушевку. В складочку мы можем выложить персик вот такой. Помните, да, розовый и персиковый, они гармоничные, они хорошо соединяются. Попробую плавную линию в сторону виска, соединяю с предыдущим оттенком. Важно, чтобы вы брали сейчас вот именно на этом этапе сатины или легкие какие-то перламутры. Но сатины вот наиболее оптимальны. Давайте сделаем синий каял. Дальше к внутреннему уголочку у нас сужение. И на такое легкое сужение тоже, конечно, нет. Дальше быстренько у нас идет помадка, либо карандашик. Я ее кистью для помады, также вкладываю на нижнее веко. Вот десенечки. Очень такой, как бы, получается классный прием для усиления цвета глаза, когда вы делаете каял близкий по оттенку глазику. Синий очень хорошо соединяется с фиолетовым, сиреневым. Я немножко, смотрите, да, вывела черный на нашу стрелочку маленькой 110-й кистью Манли. Чуть-чуть вот это все дело подтягиваю, стушевываю. И опять-таки до этого черненького под нижнее веко. Fragments of me and I.